Включение. Инициализация. Включение. Инициализация.
Мы наконец добрались до зеленого глаза. Да. Мне очень жаль. А? Извини, я раньше говорила, что не могу тебе доверять. Не беспокойся об этом. Без Юрия мы все ощутили себя брошенными. Ты тоже запросто мог уйти, но остался с нами. Мы это ценим, Вейн. Спасибо. Я сожалею о своих словах. Это же... Давно не виделись. Вернулась мстить? Не сейчас. Ладно, тогда покажись и назови свое имя. Меня зовут Бейзил. У меня дело к Золотову. Она, наверное, говорит о Юрии. Помнишь фамилию Юрия Золотов? Что это значит? Я проверяла. О чем ты говоришь? Вы работаете на доктора Золотова. Зачем вы его прячете? А ты ждала, что мы так просто его сдадим? Вы не знаете, кто он такой на самом деле. Он завел мою семью и моих близких в ловушку и убил всех до единого. Бред. Я здесь не для того, чтобы спорить. Просто выдайте его и все. Его здесь больше нет. Почему я должна вам верить? Потому что это правда. Посмотри сама. Так, значит, он сбежал в Невек. Невек? Ничего удивительного. Золотов и раньше работал на них. Не смей лгать про Юрия. Можете мне не верить. Как тебя зовут? Вейн. Вейн? Мы пришли сюда за зеленым глазом.